Люберцы вновь стали местом общего сбора для спортсменов. На этот раз во Дворце спорта «Триумф» прошел открытый кубок городского округа по Ушу-Саньда. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 10 городов. Тему продолжит наш корреспондент. Эти соревнования объединили участников из Карелии, Калуги, Белгорода и других городов России. За звание чемпиона сражались и новички, и спортсмены, у которых десятки наград. Захар Свинин приехал из Кировской области. Свой бой на этой площадке он закончил уверенной победой. Соперник был такой средний. Бой был тяжелый. Мой любимый прием – это оверхенд. Правой рукой и бить сверху в голову. Ушу-саньда – это полноконтактный вид единоборства, включающий в себя удары ногами и руками, захваты, толчки и броски. Бои по 2 раунда от 1 до 2 минут. Сейчас этот вид спорта очень популярный среди молодежи. Основное, что выделяет ушу из других видов спорта, на мой взгляд, это дисциплина в первую очередь. Если говорить о спортивных качествах, которые должны быть у спортсменов, это скорость и динамика. То есть решение нужно принимать быстро, потому что, исходя из правил соревнований по саньда, в дисциплине саньда, у нас на принятие, если идет бросок, на бросок дается 3-5 секунд, как я говорил ранее, и за это время нужно принять какое-то решение. Поэтому от этого и динамика, и скорость. Участие в турнире для Артема Щупачкина – возможность проверить свою техническую и тактическую подготовку. На этих соревнованиях он представлял Люберецкий округ. За 6 лет в Ушу у него уже более 30 медалей. Уже не в первый раз я участвую. И проигрывать или выигрывать – это все равно. Поэтому я уже привык к этому. Каждый бой в соревнованиях – это итог, чего ты научился со всех тренировок. Оценю, что мне еще надо поработать над ногами, над бросками и отдыхалка еще. Турнир стал завершающим в этом сезоне. Участники выходили на ковер и показывали свои достижения за год. Для всех победителей подготовлены подарки – памятные пояса. А сами соревнования приурочены ко Дню Победы. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.